Отлично сыграли. Мастерский гол, Шейкс. Спасибо, тренер. Раста, меткий пас. Ты отличный капитан. Теперь можете отдыхать. Но не забывайте о том, кто вы. Настоящие чемпионы, способные преодолеть любые трудности на поле и в жизни. Правда, надеюсь, вы с ними не столкнетесь. Хорошего отдыха. Лови. Что это? На рукавнике, бро. Только надуй. Вы же с блоком идете на пляж, да? Си. Но с таким большим и толстым самомнением ты рискуешь утонуть. А, да. Давай, Матадор, сыграем. Шейкс, мы же в отпуске. Расслабься хоть на минутку. Намажься кремом, а то станешь красный как рак. Что? Ладно, я помогу. Это вызывает некоторые вопросы к тренеру клуба Накама. Тем не менее, следующий матч со страйкерами обещает быть очень интересным. Безусловно, Мак. Это будет настоящее испытание. Надеюсь, Раста уже готовит команду к игре. Едва ли с этим возникнут сложности. Почему же? Похоже, Раста всегда готов. Уверен, он тренирует команду прямо сейчас. Что ж, и правильно делает, потому что 10 минут назад штаб космоса созвал пресс-конференцию, Мак. Да, Робби. Нас ждут грандиозные перемены. Космос только что объявил о подписании контракта с ниндзя, и мы передаем слово Бену Зеду. Бен? Все верно. С ниндзя в основном составе космос превращается в серьезного соперника. Мы уже поговорили с ниндзя, и вот что он сказал. У суперстрайкеров нет шансов. Неужели? Без сомнения. Мы их раздавим и отправим обратно в юношескую лигу. Да, в юношескую лигу. Вы не боитесь, что такое заявление только разозлит страйкеров? Мне все равно, что думают страйкеры. Они не в нашей лиге. Вообще-то они... Страйкеры проиграют. Интервью закончено. Да, закончено. Что ж, вы все слышали. Передаю слово студии. Вызывали, босс? Хотел обсудить некоторые изменения в составе команды. Например? Прежде всего, я подумываю о капитане. О Расте? Что не так? Закройте дверь. Да, я смог. Это было легче, чем забить пенальти. Какой сейф! Помогите! Кто-нибудь! Как у вас это получается? Мы со Спензой с детства играли в футбол. Сперва на улице, потом на стадионе. Псс. Эй,
А каково это играть с Растой? Ах, он машина. Пока Раста наш капитан, мы непобедимы. Где я? Ты проспал целые сутки. Тебе очень повезло. Вижу, ты еще не выполнил свою миссию на Земле. Я обязан вам жизнью. Лучшая награда для нас – видеть тебя здоровым и готовым преодолевать любые жизненные испытания. Я ощущаю в тебе великую силу, а теперь отдыхай. Пусть время творит свою магию. Спасибо за вашу доброту. Но мне нужно вернуться в Страйки Лэнг к следующей игре. Терпение, сын мой. Пройдемся. Свежий воздух пойдет тебе только на пользу. И тогда все развалится. Вот почему, как капитан, я должен вернуться. Ты должен подавать пример не только делом, но и своими помыслами. Эй, что с этим попугаем? Почему он не ест? Ты упрям, как эта птица. Слишком нетерпелив, слишком настойчив. Прояви терпение, и тогда этот попугай сам придет к тебе. Правда? Видишь, терпение поможет добиться чего угодно. Я все понял. Спасибо за мудрые советы и гостеприимство. У суперстрайкеров нет шансов. Неужели? Без сомнения. Мы раздавим их и отправим обратно в юношескую лигу. Да, в юношескую лигу. Вы не боитесь, что такое заявление только разозлит страйкеров? Я по-прежнему считаю, что не стоит делать капитаном Биг Бо. Другие команды тоже произвели важные изменения, нам нельзя отставать от них. Не согласен. Зачем чинить то, что сломано? Бо гораздо крупнее и внушительнее. Важно не только тело, но и разум. Раста тоже сильный парень, но при этом он умеет мыслить стратегически. Возможно, но это правильное решение. И это мое решение. Если он плохо сыграет с космосом, тогда сделаем капитаном Биг Бо. Хорошо. Мяч должен постоянно находиться в воздухе. Так он не завязнет в грязи. Почему ниндзя? Потому что он не завязнет в грязи. Это поможет. Рад тебя видеть. Ха-ха. Теперь космос познает всю мощь суперстрайкеров. Мы на стадионе Страйкер Лэнд. Трибуны полны, Мак. Да, нас ждет непредсказуемый матч на непредсказуемом поле. Дождь льет уже почти два дня. Возможно, это окажется только на руку игрокам космоса. Согласен. Но чтобы выиграть у суперстрайкеров, им явно придется потрудиться. Кто у них в списке травмированных? Никого вообще. Они в полном составе. Это мы еще посмотрим. Бало? Иду. Раста, друг,
Придешь сегодня ко мне в клуб праздновать победу? Не спеши, сперва нужно победить. Да ладно, ты должен прийти. Победа и живая музыка, что может быть лучше? Голы лучше. Сначала победа, праздник потом. Ха, голы — мое второе имя. Мы быстрее, техничнее и симпатичнее. Да мы их порвем! Круче нас только горы. Раста, с тобой все в порядке? Конечно. Идем и выиграем этот матч. Заметано, капитан. А я думал, ты уже на поле. Ха-ха, чуть не забыл это. Докажи, что не зря ее носишь. Ниндзя! Хе-хе. Кажется, у кого-то болит колено. И очень мягкие и чистые носки. Давай, Раста, ты сможешь. Ну что, сыграем? Матадор надеялся, что ты свалишься с горы, и все интервью будут его. Очень смешно. Он что, хочет стать комиком? Хватит с тебя музыки, Кул Джо. Хватит. Ниндзя будет играть жестко. И поверьте, у него точно есть пара козырей в рукаве. Так и у нас тоже. Это наш дом. Дома нас не обыгрывает никто. Верно, Блок? Будь осторожны и готовы. Веди. Мы за тобой. Страйкеры, на счет три. Раз, два, три. Суперстрайкеры! Игрок с больным коленом. Их слабое место. Когда оторвешься, беги со всех ног и ищи меня. Я буду ждать. Посмотрим, что они будут делать, если мяч вообще не коснется земли. Такого они точно не ждут. Игроки космоса проносятся над лужами, не сбавляя скорости. Они как будто бегут по воде. А вот страйкеры, кажется, совершенно растеряны. О, не повезло! Игроки космоса продолжают сохранять дистанцию и полностью контролируют мяч. Надеюсь, страйкеры не обедали перед матчем, потому что грязи они точно наедятся. Кажется, никто из них так и не коснулся мяча. О, мне за них уже стыдно, Мак. Мак? Время идет, но суперстрайкеры до сих пор не открыли счет. Опасный момент для страйкеров. Ну все, хватит. Шейкс перехватил мяч, а Биг Бо поймал. Воспользуются ли этим страйкеры? Раста в центре поля. Он выглядит не очень уверенно. Попался. Я должен быть сильным. Я нужен команде. Ниндзя перехватывает мяч. Не совсем понятно, чего ждет Раста. Ничего у вас не выйдет. Не выйдет. Как технично сыграл сейчас капитан страйкеров. И суперстрайкеры наконец-то переходят в атаку. Шейкс, бро! Возвращаю! Мы сможем! Какой грязный и опасный подкат!
Капитан Страйкеров не встает! Похоже, Нидзя будет наказан за этот циничный прием. Нет, не сейчас! Капитан травмирован. Он не может подняться! Прояви терпение, и тогда этот попугай сам придет к тебе. Точно. Биг Бо! Я ухожу. Осталось немного, потерпи, Раста, ты сможешь. Физически я ничем не могу помочь. Но нам нужен капитан. Я всегда с вами. План такой. Чтобы выиграть, проявите терпение. Никаких замен делать не нужно. Увидев, что мы в замешательстве, они станут играть самоуверенно. Выманите их, и они совершат ошибку. Но Раста, проявите терпение. И непобедимый Раста покидает поле. Замены не будет? Они сошли с ума? Справимся. Ради тебя, капитан. Капитаном Страйкеров назначен Бо. У них на одного меньше. Видимо, замены не нашлось. Что он задумал? Справимся ли мы без Расты? Главное – верить. Шейк спасует Тайгеру. Это мой мяч. А? Мяч отскакивает не туда. Удар Скорпиона сейчас. Готовы? Берегитесь, Страйкеры. Опасный момент. Вратарь упал! Только посмотрите. Нет. Ха-ха-ха, не зря его зовут Блоком. Вперед! Шейкс принимает передачу и устремляется к воротам. Приближается к штрафной и нет. Пас на Эль Матадора, удар и гол! Нет, подождите, мяч застрял в грязи. Игра продолжается. Сможет ли Шейкс заменить капитана? Гол! Какая игра, просто невероятно. Надеюсь, к следующему матчу Раста вернется в основной состав. Это было улетно! Вы видели лицо Нинзи? Омбре, как ты все это придумал? Конечно, рискованно, но такого они не ожидали. Это его идея, не моя. Молодец. Скорее залечивай колено, капитан. Сегодня вам повезло. Но учтите, так будет не всегда. Посмотрим, кто победит в следующий раз. Да, в следующий раз. Что? Мы с Эль Матадором забили только благодаря идеальным передачам этого парня. А вот и сам король навесов. Джо, можно на пару слов? Ну, разумеется. Мистер Джо, в чем ваш секрет успеха? Все дело в ритме, Бен. В каком таком ритме? Перед матчем я кое-что делаю, но это секрет. Бросьте, Джо, фанаты хотят знать. Давай, Кол Джо, раскрой секрет, пожалуйста. Уговорили. Я слушаю одну пластинку, чтобы настроиться на игру. А как она называется? Прости, брат, этого я не могу сказать. Зато я могу пригласить всех вас в мой клуб Cool Joe. Приходите! По средам у нас особое меню, по четвергам женский день. Будет жарко, у нас собираются все красотки города. Не упустите свой шанс. Что ж, вы слышали. Cool Joe – самый крутой игрок Суперлиги. С такими футболистами страйкеры должны без труда обыграть клуб Техникали. Передаю слово студии. Роб?
Больше Кулджо не будет таким крутым. Я выясню, что это за песня, и мы сокрушим страйкеров. Что это? Прости, но это личное, брат. Так ты серьезно? Пластинки? Эй, переходи на цифру. У меня здесь 500 песен. Да, но мне нужна только одна. Так что пусть будет винил, Шейкс. Проверка. Раз, два, три. Что за песня? Покажи. Ой! Извините, я не нарочно. Даже не верится. Я тусуюсь с суперстракерами. Да, тут классно. А ты неплохо танцуешь. Эй, гляньте туда. Эй, Джо, как ты это делаешь? В общем, ритм — это главное. Кстати, никому не говори, что ты был здесь. Ого! Суперское место! Да, я собираю их с самого детства. Лава-лампа? Ага. Взгляни-ка на это. Пластинки? Ты слушаешь винил? Друг, ты отстал от жизни! У меня есть цифра... Не нужно мне ничего цифрового. Все, что мне нужно, здесь. Это она? Секретная пластинка? Да. Она у тебя одна? Конечно, нет. 7 лежат здесь, и еще одна у меня дома. Я слушаю ее по утрам перед матчами. Я посмотрю? Даже не знаю. Да брось, пожалуйста. Ну, ладно, но только потому, что ты знаешь толк в музыке. Попался. Веселье начинается. Для человеческого уха разница неуловимая. Но мозг воспринимает ее на подсознательном уровне. Он точно не заметит разницу. А, он же сказал, разница несловимая. Вы бы хоть изредка книжки читали. Тихо! Смотрите и учитесь. Теперь от Кулджо не будет никакого проку. Игра. Пора подзарядиться. Пас получи, уведи, обхитри, отвлеки. И мы на стадионе Страйкерленд. Суперстрайкеры против клуба Техникали. Раст атакует на левом фланге. Мяч у Кулджо. Сначала пас получи, потом... Что с Кулджо? Такие промахи ему не свойственны. Согласен. Наверное, он еще не проснулся. Но возможность упущена. Работает. Ха-ха, Кулджо сбился с ритма. We'll be right back.
Со мной что-то не так. Давай, навешивай! Уведи, отвлеки, отвлеки! Что такое, Скул Джо? И матч заканчивается ничьей. 0-0. Надеюсь, на следующей неделе нас ждет более интересная игра. Конечно, если к тому времени Кул Джо успеет прийти в норму. Готовьте симулятор. Нам предстоит много работы. Мой план сработал идеально. Второй матч мы выиграем. Что случилось? Сегодня же воскресенье. У меня для вас сюрприз. Надеюсь, это завтрак. Умираю от голода. Скоро увидите. Мы должны были обыграть Техникали, но допустили много ошибок, поэтому сегодня мы здесь. Это наш новый тренер, игровой симулятор. Компьютер проанализирует ваши достижения, скорость и технику. Симулятор автоматически подстраивается под каждого игрока. Остановитесь вы, остановится он. Ваша задача — сохранять контроль над мячом. В конце вы должны попасть в одну из этих красных мишеней на табло. Машина посчитает баллы и покажет, насколько вы готовы к игре. Все ясно? Хорошо, что я успел послушать свою музыку. По-моему, это легкотня. Похоже на мою танцевальную видеоигру. Легкотня, значит? Что ж, тогда ты первый, Тайгер. Да запросто. Да! Да! Давай! Да, ты готов к матчу. Спасибо, тренер. Кул Джо, ты следующий. Получи, уведи. Получи, уведи. Получи, уведи. Обхитри, отвлеки. Получи, уведи, отвлеки. Нет, обхитри, отвлеки, уведи. Поверить не могу. Ерунда какая-то. Все хорошо? Что случилось? Не знаю, что-то не так. Может, пересидишь на скамейке? Я в порядке, тренер. Продолжаем. Шейкс, вперед! Я больше не чувствую ритм. Как же я теперь буду играть? Мы глазам не поверили. Он был сам не свой. Без паники. Мы выясним, в чем дело. Спасибо, но времени почти нет. Извини, мне пора. Не волнуйся. Я разберусь. Он был в порядке, но... Есть идея. Детектив Спенза спешит на помощь! Шейкс оставил тут телефон. Мы закрыты. Знаю, но Кул Джо разрешил. Он сказал, скажи Стиви, чтобы он пустил тебя. Это ты, Стиви? Да. Тогда скорее впусти меня! Мы на стадионе Страйкерленд. Сегодня здесь собрались тысячи болельщиков. Кто же одержит победу? Суперстрайкеры или Техникали?
Что бы он ни делал, надеюсь, поможет. Он не дает мне мяч, я не забиваю. Все плохо. Давай, Спенза. Не входить. Но детективу-то можно. Обыграть непобедимых им будет непросто. А теперь поговорим о страйкерах и о самом популярном игроке Суперлиги, легендарном Кул Джо. Сможет ли он оправдать ожидания в сегодняшнем матче с Техникали? Скоро все узнаем. Это странно. Бинго. Ну же. Получи, уведи, обхитри, отвлеки. Получи, уведи... Спенза, ты что-нибудь узнал? Да, с ним все нормально. Здорово. Ты уверен? Я знаю, кто его подставил. Это был... Алло? Спенза, алло! Как нет денег? Только не это! Мне срочно нужно на стадион! И матч начинается! Суперстрайкеры против клуба Техникали! Надеюсь, на этот раз Кул Джо не подведет команду. Кул Джо, главное, не волнуйся, все получится! Кто сказал, что я волнуюсь? Я в норме! А сейчас отстань от меня и жди передачу! Не переживай, бро. Он не со зла, я уверен. Что ж, вперед! Мы должны выиграть. Да, капитан. Кул Джо! Я в порядке, Раста. Шейкс просто хотел помочь. Ты его кумир. Знаешь, первый шаг к решению проблемы – признать, что у тебя проблема. Раста, я потерял чувство ритма. Ничего не выходит! Он вернется, бро. Я в тебя верю. Просто постарайся. Как только смогу, отдам голевую передачу Шейксу. Другое дело, бро. Победа витает в воздухе. Давай, давай! Я должен успеть до конца матча! Кул Джо показывает не самый лучший футбол. Раста проходит центр поля. Мяч у Кул... Попытка номер два. И снова потеря мяча. А? Кул Джо, я открыт! А? Безнадежно. Мяч у капитана страйкеров. Но уже слишком поздно. И первый тайм подходит к концу. Останется ли Кул Джо на поле во втором тайме? Может, моя песня больше не работает? Я слушал ее дома перед первым матчем. И перед тренировкой на базе... И сегодня тоже, но все напрасно. Остался один способ. Если и он не поможет, на карьере футболиста можно ставить крест. Запасной вариант на крайний случай. Так гораздо лучше. Да, вот так. Круто! Ха-ха! Посидишь на скамейке запасных. Оно вернулось! Мое чувство ритма! Не могу рисковать. Нам нужна победа. Тренер, он не шутит. Это правда. Видите, он снова танцует. Тренер, если мы не забьем в первые 5 минут, я сам попрошу замену и уйду с поля. Надеюсь, я не пожалею.
Вот-вот начнется второй тайм. Вопрос в том... Выйдет ли на поле Кул Джо? Мяч у Расты. Отлично, очередь Кул Джо. Сначала пас получи. Ух ты, хорошее начало. Потом мяч уведи. Врага обхитри. Вратаря отвлеки. Кул Джо навешивает в центр. Гол! Нет, 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 нет! Этого не должно было случиться! Похоже, король навесов вернулся. Билет. У меня нет билета. Без билета нельзя. Послушайте, мне очень нужно попасть внутрь. Кстати, Шейкс – мой близкий друг. Не сомневаюсь, но без билета не пущу. Что же мне делать? Не хотел бы я оказаться на месте ребят в желто-синей форме. Красно-белые не оставляют им ни единого шанса. И снова гол в ворота Техникали. Во втором тайме левый фланг страйкеров сыграл безупречно. Кул Джо был на высоте. А Шейкс записал на свой счет еще 3 гола. Увидимся на следующей игре. До скорой встречи! Ребята, пластинки подменили, поэтому ты сбился. Мы знаем Спенза. Кул Джо сам догадался. Если б только знать, кто это сделал. Так это он подменил пластинки. Я нашел жучок у тебя в комнате. Он установил его на вечеринке. Вот как значит. Эй, Шейкс, прости, что сорвался сегодня. Я знаю, ты хотел помочь. Ты дал мне забить 3 гола. Этого достаточно, но... Будь у тебя цифровой плеер, ничего подобного вообще бы не случилось. Ты что, правда хочешь, чтобы я выбросил все свои пластинки? Не дождешься! Этим мячом можно управлять на расстоянии. Он даже умеет летать. Но для этого ты должен мастерски владеть пультом. Например, как я. Нет, я буду им управлять. Остается одна проблема. Какая? Надо придумать, как пронести этот мяч на стадион и ввести его в игру. Ты прав. И кажется, я знаю, кто это может сделать. Нет, 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 нет! Не смотри на трибуны! Просто ударь по мячу и беги дальше! Завтра испытаем его на Накаме. Ну, кто будет отрываться с нами в финале? Непобедимые наверняка уже придумали, как обдурить Накаму. Даже не знаю, за кого болеть. И Накама, и непобедимые сильные соперники. Да, но непобедимые играют не по правилам. Гремучая смесь. Вот это гремучая смесь. А, чувак! Красная карточка! И главный вопрос. С кем встретятся страйкеры в финале Суперлиги? С Накама или с непобедимыми? Мико Чен явно в отличной форме. Согласен, Мак. Сравняют ли непобедимые счет? Кажется, что сегодня непобедимые впервые решили победить честно. Ха, ты подожди. Зачем он нацепил парик и очки?
Надеюсь, работает. Если непобедимые хотят выйти в финал, прежде всего им нужно сравнять счет. Кажется, Скара решил пойти другим путем. Ой-ой, это аут! Думаю, Накама выиграют со счетом 3-0. Непобедимые вылетят. И самое необычное в этой игре... То, что непобедимые до сих пор не попытались смухлевать. Что там произошло? Мико Чен отдал мяч непобедимым. Непростительная ошибка. Скара приближается к воротам. Гол! Скара! О, да! Умный мячик, почти как я. И непобедимые сравнивают счет за 5 минут до конца. Еще одна ошибка может стоить на камне победы. Удар с дальней дистанции. Вратарь готов? Нет, он промахнулся. Гол! И непобедимые одерживают волевую победу. Сегодня им крупно повезло. Отличная игра! Что думаете о финале с суперстрайкерами? Ха-ха-ха! Мы выиграем финал! Они даже к мячу не прикоснутся! Вы все слышали? В финале сыграют суперстрайкеры и непобедимые! Непобедимые так хорошо сыграли, не смухлевав? Быть этого не может! Да, странно, но между нами... Удача – это все, что у них есть. В финале Суперлиги придется играть честно. Охрана там на каждом шагу. Я не понимаю. Непобедимые так легко обыграли Накаму? Едва ли они победили честно. Не знаю. Мы смотрели матч. Но если они опять всех обманули, в финале нам нужно быть начеку. Угу. Кажется, придется провести расследование. Думаю, ты прав. Наконец-то настал день, которого мы все так ждали. Финал Суперлиги вот-вот начнется. Скорее занимайте свои места. Сегодня аншлаг. Кто мог предвидеть, что в финале мы встретимся с нашими главными соперниками? Я знаю, непобедимым нельзя доверять, но здесь повсюду охрана, которая пристально следит за всеми. Сегодня смухлевать им точно не удастся. Кроме того, что бы ни задумали непобедимые, у нас есть одно большое преимущество. Мы... Раз, два, три! Суперстрайкеры! Это очень важная игра. Ошибки недопустимы. Главное не промахнуться. Ты меня понял? Понял. Вперед, суперстрайкеры! Эй,
Итак, финал Суперлиги начинается. Кто же победит? Суперстрайкеры или непобедимые? Раста постепенно продвигается вперед. Почти. Отличное начало для команды в красном. Потрясающее владение мячом. Суперстрайкеры находятся в идеальной форме. Я же говорил, Омбрес, выиграем мы. Не забывай, брат. В начале матча у Накамы тоже все шло неплохо. А потом непобедимые стали играть все лучше и лучше. Что ж, тогда придется забить побольше голов. Друг, уйди с дороги! Что, не ждал меня? Кто не успел, тот опоздал! Прошу прощения, но это было легче легкого. Счет до сих пор не открыт. Какая напряженная игра! Думаю, все болельщики согласятся, суперстрайкеры вот-вот забьют гол. Да! Я тоже люблю себя. То есть, я тоже люблю вас. Да! Да, давайте! Суперстрайкеры сегодня просто великолепны. Да! Непобедимые теряют мяч быстрее, чем я могу сказать. Можешь сказать что? Я не знаю. Сегодня я пока этого не говорил. Да! 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 Мяч у Скарры. Давайте посмотрим, как он сыграет. Да! 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 Шейк сделает подкат. Непонятно, что задумал Скарра. Где-то я уже видел этого типа в ковбойской шляпе. Смотри! Моё! Что ж, наверное, все хотят подержать мяч финала Суперлиги. Круто! Вот бы мне такую! Похоже, на этот раз Шейк сдал маху! Команды как будто поменялись ролями. Непобедимые играют просто потрясающе. Они полностью контролируют мяч. Хотя почти не касаются его. Тут что-то не так. Определенно. Но неважно, жульничают они или нет. Мы должны собраться и играть дальше, несмотря ни на что. Мяч у Шейкса. Нет, он его теряет. Раста выполняет перехват. Ха, ну что, попался? Что делает Эль Матадор? Как он так двигается? Скара атакует. Не самый лучший удар. Но Биг Бо пропускает гол. И непобедимым удается сравнять счет. Кажется, мяч сам решает, что ему делать. Никогда не видел ничего подобного. О, уверен, это был затяжной удар с верхней подкруткой. Что делает этот тип? А?
Не может быть! Это он управляет мечом! Похоже, сегодня удача играет на стороне непобедимых. Они притягивают мяч, как магниты. Ага. Боже, теперь обе команды будто вообще разучились играть. Что? Но как? Что он делает? Кто? Спенза! Танец червяка, точно! Это я его научил! О, а неплохо получается! А? Кажется, Шейкс потерял терпение. Ой, он загнал мяч прямо в тоннель. Ой, подождите-ка. Есть! Судья выбирает новый мяч. Да, очевидно, старый так и не нашли. Это не тот мяч. Это официальный мяч. Они же все одинаковые. Видите? Куда он делся? Ну, конечно! Изобретатель! Ты попался, Верн! По-моему, это самый странный матч, который я видел. Обе команды показали и блеск, и беспомощность. Фанаты с нетерпением ждут, когда страйкеры забьют решающий гол. Осталось меньше минуты до конца игры. Кто же победит? Скарру блокирует блок. И мяч снова у суперстрайкеров. Да! Команда, которую так полюбили болельщики, в этом сезоне вернулась. Кул Джо передает мяч Эль Матадору. Пас Шейксу. Шейкс против вратаря. Гоу! Суперстрайкеры! Какой великолепный удар! Да! Да! И суперстрайкеры становятся чемпионами! Ура! Да! Суперстрайкеры! Мы чемпионы Суперлиги! Звучит! Типа круто! Круто! Опять! Мы молодцы!
а что случилось с мячом? Да, за ним было не угнаться. Я же говорил, если постараемся, обязательно выиграем. Они управляли мячом с помощью пульта. Что? Как это возможно? Изобретатель Тони Верн. Но что он тут делал? Говорят, кто-то управлял мячом с пульта. Вы серьезно? Чуваки, не может быть! Я знал, что не мог играть так плохо. Это невозможно. Кто на такое пойдет? Это же нечестно. Эй! Кто это сделал? Никто!